Участок тенге. Местный часов. Это не продуманный ход маркетолога, это не гипермаркет со скидками. Это продуктовая ярмарка в Шымкенте. Здесь можно купить все. Мясо, овощи, фрукты, зелень. Есть отдельные прилавки, где продают разные сорта меда. К примеру, горный мед из Каскасу. Пчеловоды говорят, что свой мед они уже поставляют за пределы региона. Это идет из Парцет, Донники. Это Каратауские горы, это мальва. Мальва трава такая, это лечебная трава. Это туркуль, жантак. Жантак, курай. Медаль все полезны. А рядом торгуют только что появившимися арбузами. Продавцы перед покупкой предлагают попробовать и говорят, что выращены они без всяких удобрений. Фрукты, овощи и другая продукция на ярмарке продается по низким ценам. Отдел предпринимательства Каратауского района делает все для удобства жителей. Все аккуратно, все чисто, например, приятно. Вот хожу по рядам, смотрю. Но единственное, вот немножко дороговато. Подобные ярмарки будут проходить регулярно, даже несмотря на жару. Для скоро портящихся продуктов предусмотрены холодильники и морозильники. На каждой ярмарке работает лаборант и ветеринар. У каждого можно узнать всю информацию о продукции. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании ОТРАР.